Смотровая площадка, Монтанья Лимон. Ударение на последнее О, Лимон. Вот. Вот как раз объектив в эту сторону. Вот. Ну, нужна, конечно, фантазия. Рост ветров на Канарских островах северо-восточная, поэтому мы как раз находимся с северо-восточной части острова. И вот как раз видим на высоте где-то примерно 1800 метров зависли вот эти дождевые облака. Мы приехали по этой дороге. Впереди обсерватория. Ну, такая довольно-таки большая даже для автобусов смотровая площадка. Служебная дорога для работников национального парка. Ну, чтобы туда попасть, там специальный шлагбаум, закрыт только у работников ключ. Едем дальше.